28 февраля юго-западнее Кёнигсберга наши войска в результате наступательных боев заняли населенные пункты Грюнлинде, Ворвиген, Лемкюнен, Оттен, Гофесгнаде, Фридрихсхоф. Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, овладели городами Нойштеттен и Брехлау, важными узлами коммуникации и сильными опорными пунктами обороны немцев в Померании, и заняли более 50 других населенных пунктов. В районе Бреслау наши войска вели бои по уничтожению окруженной группировки противника, в ходе которых овладели пригородом Клейне-Чанс, металлургическим заводом Шварц, газовым заводом и заняли 10 кварталов. На всех фронтах подбито и уничтожено 48 немецких танков, сбито 28 самолетов противника.